С отчетом об итогах социально-экономического развития Солнечногорья и о деятельности местной власти перед депутатами выступил глава района Владимир Нестеров. Основными достижениями прошедшего года он назвал устойчивое развитие экономики и реализацию национальных проектов. Следующий вопрос – корректировка муниципальных целевых программ «Земля Солнечногорья. Единое социально-экономическое пространство» и «Экология Солнечногорья». Изменения коснулись объемов и источников финансирования ряда программных мероприятий. Внесение изменений и дополнений в ранее принятые программы потребовали уточнения бюджета Солнечногорского муниципального района на 235,5 миллионов рублей. Затем депутаты исключили из прогнозного плана приватизации ряд объектов муниципальной собственности, расположенных в Солнечногорске, в связи с необходимостью использования их органами местного самоуправления. После этого народные избранники заслушали председателя районного комитета по ЖКХ Николая Матрущенко. Он отметил, что в рамках программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Солнечногорского муниципального района на 2006-2010 годы готовится строительство станций обезжелезивания на улице Крупской и в районе ЦМИС. Проведена реконструкция ряда котельных. Однако, по его словам, основные программные мероприятия выполнены максимум на 50%. Для устранения этого пробела создана рабочая группа под руководством первого заместителя главы района Андрея Шпака. Готовятся условия для получения дополнительного финансирования из областного бюджета. Этот вопрос будет обсуждаться на последующих заседаниях Совета. И еще одним решением депутаты утвердили график межевания земельных участков при многоквартирных муниципальных жилых домах Солнечногорского района. Это необходимо для реализации программы капитального ремонта жилья. Средства на него предполагается получить из федерального фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.